Друзья, всем огромный привет! И в этом видео я хочу вам показать свой заказ по 15-му каталогу Faberlic. Заказ у меня микроскопически маленький, всего лишь 4 продукта. Но, наверное, первый раз за всю историю, мою историю пребывания в Faberlic, заказом я довольна на 100%, абсолютно все 4 продукта мне понравились и буду пользоваться с огромным удовольствием. И давайте же, конечно же, опять я заговариваюсь, я вам покажу, что я заказала. Первое — это гель для душа кремовый «Зима». Потрясающее оформление бутылочки, потрясающее описание на обороте. Так, фокус. Сожалею, что заказала всего лишь один, потому что, когда я открыла бутылочку, чтобы послушать аромат, я была просто потрясена. Аромат один в один мыло «Дав». Именно кремово-пудровый аромат. Я надеюсь, этот аромат будет оставаться на коже, и воздействие будет точно такое же, как и от «Дав». Потрясающее средство. Буду заказывать и дальше, потому что аромат меня просто покорил. В парочку к этому крем-гелю я заказала гигиеническую помаду. Тоже удивлена, потому что удивлена именно качеством этого продукта, потому что у меня сестра заказывала гигиенические помады других линеек от Faberlic. Ни аромат, ни запах мне их не понравился. И я так подумала для себя, решила, что, скорее всего, помады гигиенические из Faberlic — это не мое. Но здесь я была приятно удивлена. Конечно же, помадка пришла запаянная, красивого молочного цвета стик с приятным ароматом ванильной мороженки. Вкус потрясающий. Тоже жалею, что заказала всего лишь одну штучку. Но я думаю, что заказывать буду, потому что линейка только-только входит в каталог и, естественно, будет повторяться. Кстати, в 16-м каталоге появляется тоже «Зима» линейка с ароматом корицы. Ну, скорее всего, я буду заказывать, потому что аромат корицы – это тоже моя любовь, особенно на холодное время года. И последние два продукта, которые я вам покажу, весьма такие удивительные для меня. Смотрела я ролик Верочки. Ее канал раньше назывался «Вера Эйвен Вязание», сейчас она его переименовала. Он называется «Вера 22 Виктори». Кто с ней еще не знаком, обязательно познакомьтесь. Девочка просто потрясающая, достаточно дружелюбная и простая в общении. Смотрела я ее ароматы именно Faberlic. Я так посмотрела на свою полочку со своими ароматами и думаю, надо мне немножко ее пополнить. Она рассказывала о туалетной водичке «Кокет» и «Шарман». Долго я думала, какую же мне из них выбрать. Ну, так я и не выбрала, и решила я их заказать две. Вот так вот выглядят коробочки. Ну, все знают, конечно. Ну, и, собственно говоря, флакончики. Миниатюрки по 15 мл. Что хочу сказать конкретно о «Кокет». Я знаю, Верочка рассказывала о том, что «Кокет» ей нравится больше. По своей сути, на мой взгляд, эти ароматы между собой очень похожи. Единственная разница, что в «Кокет» представлены еще и свежие нотки, именно на мой нюх, скажем так, а «Шарман» более теплый, согревающий. Я думаю, что «Кокет» я оставлю на весну, хотя, конечно же, согрешу пару раз и зимой, но я думаю, что на весну он будет более актуален. Что касается «Шарман», более теплый, согревающий аромат. Но, хотя описание у них абсолютно разное, но они, правда, между собой похожи. Я не знаю, вот мне почему-то так кажется. Моей семье, конечно, больше понравился «Шарман», чем «Кокет». Ну, все мы разные. С удовольствием буду пользоваться всем. Мне очень понравился мой заказ. Да, он такой маленький, но он настолько мне подходящий, настолько приятный для меня, что я просто покорена. Все, на этом я заканчиваю видео о своем заказе по 15-му каталогу Faberlic. Вот такой маленький заказик у меня был, но я надеюсь, что это видео для вас было полезным и приятным. Всем всего доброго, всем пока-пока.